Ну, салатели дала ночь. Здрасте. Спасибо. Такие красавицы. Да, но это за спасибо. Турецкие сладости. Встречали нас главные представители отеля. Получили шоколадочку. Десерты. Еще один тортик. Сегодня у нас вкусняшек много-много. Вон там готовят мороженое. У нас макарони. Много-много десерта. Сладкая вата кругом. Здесь большой торт. Повесили мороженое. Смотрите, какое большое мороженое. Много-много ананасов. Праздничный стол сегодня шикарный. Проходит он раз в две недели, одну неделю проходит по субботам, проходит турецкая ночь, вторую неделю галаночь. Здесь горы креветок. Маслиночки сюда. Посмотрим, что здесь на улице. Там туни с говядиной. И здесь у нас пасту делают. Сейчас посмотрим рыбу в соли. Рыбу смотрим.
Здесь можно посидеть, если кто в зале не хочет. Форель накрыли. В общем, здесь у нас рыбный стол. Подожгли. Курица в кисло-сладком соусе. Рэп. Тушеная говядина. Не сухофрукты, а овощи, сушеный перец, баклажан, какой-то национальный блюдо, баклажан сушеный, перец сушеный, здесь перчик фаршированный. Здесь у нас закуски. Турецкие клёцки. Кальмары. Перепелки. Овощи гриль. Пара-ягненка. Это у вас пара-ягненка. Мясо курицы на вертеле. Телятина с баклажанами. Фруктики. Запеченный шпинат. Кукуруза, курица, баклажаны фаршированные, курица фаршированная. Представители отеля встречают гостей. Здесь у нас закуски.
Макароны. Овощи. Шампиньоны. Нутовая паста. Сельдерей. Ну, в общем, целое море закусок. Вкусняшки. Пойдем теперь пробовать. Ну, хочется опять заметить, были в отеле сети «Дельфин», который в Ларе, там кала ночь более впечатляющая. Там сладости, море шоколада и всего другого. Здесь, конечно, тоже хорошо, но не так, как там. Я думаю, со мной согласятся те, кто был в отеле «Дельфин» Ларин. Мы насладились гала-ужином. Все уже поняли, что у нас сегодня гала-ночь. Еще раз поясню. В ресторанах вас встречают менеджеры отеля. Всех приветствуют. Вы видите, они в смокингах, в костюмах. Вас приветствуют при входе. Что же еще происходит интересное в гала-ночь? А происходит то, что эти менеджеры купаются в бассейне. Но это не всегда происходит, поэтому посмотрят, будет ли сегодня это шоу или нет. А также сегодня выступают детки. Если вы приедете в этот отель и заранее их отведете в детский клуб, там будет репетиция. А затем они выступают в этот день гала-ночи на сцене. А сейчас шоу дронов, которое происходит не в каждом отеле. После этого вас будет приветствовать весь персонал отеля, начиная от поваров и кончая главными менеджерами этого отеля. Наше видео будет состоять из двух частей. Это первая часть. Все невозможно показать за раз, чтобы вас не утомлять. Итак, давайте смотреть.
за Цирчинде! Надеемся, этот что вечер станет для вас незабываемым. Желаем вам приятного отдыха.